крупы, мука, подсолнечное масло, печенье, спички и мыло. В пакетах, которые развозят активисты, есть все самое необходимое. Волонтер Роман Губарьков говорит, во время пандемии коронавируса помощь одиноким людям особенно важна, чтобы они не были вынуждены выходить из дома и рисковать своим здоровьем. Особенно в нынешней ситуации, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, оставленными наедине с собой, чтобы они всегда знали, что мы готовы оказать помощь, протянуть руку поддержки. Вот. И поэтому акция очень важна. Волонтеры при передаче продуктового набора строго соблюдают все меры безопасности. Они обязательно надевают маску, перчатки и дезинфицируют руки. Пакеты передают, не заходя в квартиры. Валентина Михайловна, волонтерская помощь. Откройте, пожалуйста. Валентина Михайловна, как и тысячи других самарцев старше 65 лет, несколько последних месяцев живет в режиме самоизоляции. Гостей не приглашает, сама из дома не выходит. Дверь открывает лишь социальному работнику и волонтерам. Проявляйте заботу, спасибо вам. Всем низкий поклон нам. Всем. Большое вам спасибо. По федеральному проекту «Мы вместе» волонтеры доставят одиноким людям старше 65 лет 14 600 продуктовых наборов. Елена Малютина, Максим Гусев. События.